Дорожный коллапс в Саратове. Город буквально встал в огромную многокилометровую пробку. Причиной этого стала подготовка к отопительному сезону. Ремонтные работы по прокладке и замене труб теплотрасс ведутся на улицах Чернышевского, Провианской, Радищева, Соколовой и Орджоникидзе. Также проводятся вскрышные работы на улицах Московская, Деловой проезд, проспект Энтузиастов и Кирова. Некоторыми интернет-изданиями отмечается, что, вопреки обещаниям, коммунальщики не укладываются в сроки. Так, до сих пор ведется ремонт трубопровода на улице Рабочей, хотя ранее сотрудники теплогенерирующей компании планировали завершить все работы до 22 сентября. Проводимые вскрышные работы значительно затрудняют движение автолюбителей и общественного транспорта.